Здравствуйте, дорогие друзья! Перед нами очередная посылка. Это посылка с сайта Пандау. Это посылка, купленная по акции. Ну, прежде чем мы дальше ее посмотрим, я сейчас предлагаю посмотреть упаковочку. Сейчас это обратная сторона. Видите, вот здесь вот все так же, все это запечатано. Закрою сейчас свой адрес. Значит, вот здесь вот запаковано все. Все аккуратно запаковано. И на что хочу обратить внимание, вот на цифру вес и цифра $20. Вот посылка оценена $20. Сейчас посмотрим внутри, как это все выглядит. Из описания, я думаю, что вы узнаете и так, что там должно быть. А сейчас я посмотрю. Единственное, что давайте сделаем так, чтобы осталось все это в памяти. Пандау минус 50%. Значит, что еще можно сказать про эту посылку? Заказ был сделан 29.11.18. Значит, однако отслеживается трек номер начал только с 07.12 с Сингапура и до 22.12.18 посылка уже прибыла на место. Как видите, практически неделя прошла, стояла тишина по этой посылке. Вот, а реально вот такая вот дата транспортировки. Если можете посчитать, это получается 15 дней. Вот эта посылка. Долго или коротко, ничего не могу сказать. Но вот такие вот, видите, задержки происходят. Ну а теперь самое долгожданное. Это надо открыть ее и посмотреть. Что-то запечатано идет. Итак, вот смотрите, полностью запечатанная коробка Xiaomi Mi A2, глобальная версия. Так, ну вот. Mi A2 Gold, 4 гигабайта, 64 ROM. Вот такая вот посылка мне пришла. Характеристики этого смартфона вы все знаете, поэтому что об этом говорить. Нас интересует с вами распаковка. Сейчас мы начнем распаковывать, и мне надо еще видеоотчет для Пандау делать. Поэтому перерывы будут между частями видео. Ну, приступаем к второй части. Возьмем те же самые ножницы и будем аккуратно скрывать. Как я полагаю, и как вы видите, скорее всего, это все-таки нормальная версия, не восстановленная, не какая-то там другая. Не после ремонта, вот заводская упаковка. Ну, давайте ее скорее вскроем. Так, это вот так, даже слов нет. Давайте посмотрим, что там внутри. Вот он комплект. Надо аккуратно подцепить. Да, не все так просто, когда все запаковано. Давайте посмотрим. Помощь. Итак, ну здесь больше ничего нет. Кабель. Видите, и евровилка.
Подробности рассказывать не буду, вы все это знаете. Очень много описаний, руководство пользователя. Как видите, все на английском языке. Как бы в подтверждение того, что это глобальная версия. Переходничок с USB Type-C, как я полагаю, на 3,5. И вот чехольчик. Чехольчик вот такой вот. Ну что, сейчас опять я прервусь и потом продолжим. Значит, все остальное это можно убрать. Я так думаю, вы все уже все знаете, кто смотрел. Вот он, абсолютно новый телефон. Все серийные номера, все написано. Ну что, теперь тогда начинаем включать телефон. Так, включаем. Ну и смотрим, что у нас. Наклеечку я пока снимать не буду. Сейчас подождем, все это пока включится. И посмотрим, какие тут настройки по умолчанию идет вот в глобальной версии. Это мой первый телефон Xiaomi. И никогда им не пользовался, поэтому буду пробовать на ваших глазах все это сделать. Так, английский убираем, какой язык. Давайте попробуем сразу русский. Русский, 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 русский. Русский выбрали. Так, значит, я что-то сделал не так. Давайте еще разочек. Где он, мой русский язык? Вот он. Русский рекомендуемый. Начать. Начать. Подключение к мобильному. Вот это вот мы все пропускаем. Это к Wi-Fi тоже мы пока пропускаем. Далее. Все это пока. Настройки тоже пропускаем. Имя тоже пропускаем. Пропускаем. Пин-код. Есть пропускает-то? Задайте так. Для защиты. Ну, не знаю, давайте 3 единички. Далее. Введите пин-код еще раз. Так, лишний. Бросить. 1, 2, 3, 4. Далее пропускаем. Все равно пропустить. Сервис Google. Это отключим. Тоже отключим пока. Принимаю. Далее. Нет, спасибо. Ну вот, все это загрузилось. Все по-русски. Масса приложений. Все остальное, я думаю, уже вы все знаете, поэтому смысла дальше с ним работать на видео нет. Это у нас распаковка, не обзор телефона. С обзором, я думаю, что обзора не будет. Не нужно это все. Это как раз то, что в интернете много говорили по поводу телефонов или других покупок со скидкой с сайта Pandao. Ну вот видите, ко мне пришел телефон. Спасибо за просмотр. До новых встреч и ждем очередных посылок. Их несколько будет с Pandao. Ну это может быть уже в следующем году. И посмотрим тогда, не обманули ли Pandao дальше. Всем удачи! С Новым годом вас всех! Здравствуйте, друзья мои! И вот перед Новым годом я решил немножко добавочку сделать по поводу телефона Xiaomi Mi A2. Значит, что мне как бы немножечко не понравилось из самого телефона, это то, что после
установки комплектного чехла, вот этого, все равно камера достаточно выдается много. Сразу, куда бы ни положить его, эта камера остается на поверхности стола, и есть опасность ее поцарапать. Вот это мне как бы немножко не понравилось, и в принципе, наверное, надо думать вроде в какого-то более плотного чехла, чтобы все-таки прикрывать именно эту камеру. Даже не знаю, как при переноске, куда бы его с собой не носить, чтобы не повредить стекло, не поцарапать стекло около камеры. Вот. И второе, что меня как бы удивило, но это уже более положительная часть. После того, как мы с вами посмотрели видео по распаковке этого телефона, я обратил внимание, что скачивается какая-то информация. И когда я открыл и посмотрел, то это оказалось, что шло обновление операционной системы. И это была операционная система Android 8.1. То есть последнее ее обновление с системой безопасности. После того, как все это закончилось, телефон предложил еще одно обновление. И, как видите, это обновление самое последнее. Android версии 9. Установилась 9 версия. И прошивка от 5 декабря. Ну, здесь не очень хорошо видно. 5 декабря 2018 года. Вот. Вот таким образом. Это вот из последних интересных вещей, с которыми я столкнулся. Ну и, пожалуй, на этом обзор закончится. По поводу Xiaomi Mi A2 я заказал стекло защитное. И пока это стекло будет ехать, я не буду снимать на вот это вот текущую рекламную пленку. Пусть она остается как есть. Ну и подождет пока немножко телефон эксплуатации. Как только приедет, я вам все покажу. И может быть посоветую, где взять то или иное стекло. Вариантов много. Ну, пока подождем. А так, с наступающим вас. Удачи. Пусть к вам придет Дед Мороз. И всем вам будет хорошо. Вместе со Снегурочкой. Всем удачи. Пока.